После зимней спячки приводят в порядок не только Ивановские улицы, но и городские фонтаны. Пробные пуски на площади Ленина и площади Пушкина состоялись в пятницу и субботу соответственно. Предварительно были проведены все необходимые профилактические работы. В праздники оба фонтана будут работать на максимальной мощности, разумеется, если позволят погодные условия. По правилам их нельзя эксплуатировать в дождь и сильный ветер. А вот новый и уже полюбившийся горожанам фонтан на набережной у цирка к первомайским праздникам не заработает. Перезимовал он не без проблем. В прошлом году, уже в осенний период, было повреждение фонтана. То есть вандалы повредили конструкцию самого фонтана, который обеспечивает распыление воды. И таким образом, в настоящий момент подрядная организация заказала необходимое оборудование и усиливает решетку, которая закрывает это оборудование для того, чтобы этого не повторилось. Надеемся, что к 9 мая они успеют, и этот фонтан тоже будет запущен у нас уже в работу.